На востоке страны украли табун лошадей. Ущерб составил 43 миллиона тенге. Подозреваемого задержали, но к тому времени некоторых лошадей скотократ уже успел пустить на мясо. 54 лошади были украдены с вольного выпаса в Уланском районе. Предположительно, табун увели ночью. Чтобы найти лошадей, полицейские хотели отследить их местоположение по GPS. Но трекер, который был на шее у одной из кобыл, уже не работал. И, как выяснилось позже, злоумышленник специально застрелил ее, поэтому искать табун пришлось с воздуха. Задействовали вертолет и дрон. Предполагаемым скотокрадом оказался 46-летний ранее судимый житель Абайской области. Действовал ли он в одиночку, предстоит установить. При осмотре и обыске дома, где он проживает, в базе для загона скота были изъяты вещественные доказательства. В настоящее время назначены судебные экспертизы.